У нас получается четыре разных этих страны. Коалиции, ни одной повторяющейся. Ну это хорошо. Значит, будет весь. Интересно, значит, что он будет делать танковым нарадом? Защищать демократию. Запустит. И распространять. Так он же вроде постоянно против вас играл за танковые деки. Это же Firestarter, правильно? Да. Да хрен знает, мы вроде 2 на 2 катали, они всегда Еврокорпусом я мажу. И давай! Пить струнами по всей карте летать. Последний раз он вроде танковый дек играл. Так. Нам надо Борис занимать вот это место, нам нужно железно, чтобы оно было наше. Помню, когда ты играл на этой карте против Путина. Кто будет со мной слева? Это центр мой. Борис Грегори. Давай я. Я. Это куда? Не, я это крот. Слева. А, все понял. Давай. Кшемку оставлю на басте. Угу. Че, забирайте фоба к себе, у меня 2 фоба. Че, я кен, пускай на Ане оставит. Че там пикуда забирать? Так. Значит, а ты за кого играешь? За Союз. Совок. Ну смотри. Я покупаю. Склад. Блять. Оба стартов я живую, а тут. Ответь, это все подумают, что ты помер. Чего? Че говорил, пикуда? Бастар, ты живой, ты тут, там, где-то. Бастар, а? Двойку? Подожди, там что? Возьму, что останется. Бастар, ты еще двойку. Какой план? Мы занимаем Борис. Окей. Я за реконью центр, я туда отправлю пачку евро-яка. Да смотри, как ты от города и левее, и я от города и правее, да, Григория, да? Да, наверное. То есть левее, это да. Вот так все возьму, вот ровно от Бориса. То есть на Борис я иду с тобой вместе. Угу. Я тут отправляю паровоз из КТ-шек. Угу. Так, ткните мне, куда я пойду. В самую правую часть карты, Константин Йод. Так, я беру 3 сокола. Вот это, да? Ну, Ивана я там будет уже. Как получится, я там немного отправлю. Да, ты высылку делай. Давай, не бери стопомаду. Я не беру высылку делаю. Я буду их высылку буду это. Контр делать. Ну давай, стопомаду. Чё повеется у нас? Они не высаживаются, забей. Нет? Ну, здесь просто опасно, если пропустить, то будет потом очень... Давай я полосы возьму вместо твоей высылки, нет? Не успеем? Давай, ладно, 2 сокола. Давай. 2 сокола, давай. Так, и 2 итохи я беру. И... Когда К-52 там посветит, посмотрит, отправит потом ее налево куда-нибудь, вот, не знаю, вот сюда. Окей. Вторым темпом привезу, если в городе сядем нормально, вторым темпом привезу туры. А я сразу туры возьму, нет? Как думаешь? Мне кажется, у тебя есть деки спецназ, кстати? Да, грушники есть, а спецназ нормально. Просто твои туры хуже моих так-то. Мои-то просто... Ну, я один тур тогда возьму, давай один. Я туда везу 2 грушника. УМ-ку возьму. И АСУ. АСУ. Бля, у меня нонов, так и ладно, буду нонов. У меня еще есть минометы. Ураганы, ОС, Буки. Да-да-да, у меня Ураган, Смерть, Тор. У меня есть старый, я ОС. Ну и вот. Так, что это для тебя? Давай на Борис я еще возьму 4 мотострелка. Интересный выбор, ну можно. Так, и посмотрим.
Мне Григорий дефается на уровне птур-разведка. Ну, пока да. Ну, потом с Бориса на него должны будем повлезть. А кто играет на Федоре? Я, здрасте, да. Здрасте, здрасте. Добрый вечер. Мне еще я вот еще там щитов по самолетам. Так, ты так, мы с тобой... 9 секунд. Да, да просто, у меня 50 поинтов, ладно. Нет, так нет. Я хаваю. Так, чехол поставлю в центр. Хм, сколько им ехать? После старта я сразу ураган, наверное, возьму, если по воздуху не будет сильно доставать. Зальем им ед или прям город. Увидим. Что делаем? Пути. Давай направо, пантеры, подшибаем. Сейчас... КП-2 ты лучше вообще убери. Бля, ну да, ладно. Сейчас это такого рода события. Тоха подъезжает. Бля, Аса начинает свои любимые занятия мазать. Ну вроде всех пошибали, не? Не-не-не. Кто-то остался? По-моему, эти улетели, нет? Помышки. Подожди, блядь, не только что не убил. Маглан. Вижу. Ну чё, я заливаю туда? Да, можно. Хотя слышишь, что ты походу один чувак. У них сейчас центр, походу, на приоритете. Говорите, у кого двух? У меня Солонка. Он, кстати, еще и на Эгрегоре. С Баффи. У меня двое. Я покупаю. Да, они походу. Так, слева. Так, аккуратнее, там Рам, Рики, там Магланы сидят. Угу. Сейчас я их отвяжу. Че, мы забираем Григори, может дома забрать? Ну давай, Григори. Бля, да в смысле, что вы делаете, инвалиды? А че, Магланов слева? Да, я сейчас их разрежу. Так, Константин, мы потеряли официально. Можно попробовать тебе дома взять, слышишь? Который? Пока он тут один. Вот где Батерфлип Себастьян. Паровоз из этих якорей. Давай тогда кошму пока вытащу. И думаю, еще один ураган. А, в смысле не видят? Тут рельеф какой-то или как они не видят? Так, паровоз поехал. Угу. Я думаю, что, дымим, ураган, мы заходим. Да, я тоже купил ураган. Два урагана тут. Да, да. Ну, тогда я тоже еще... Так, заливать ураганом в город или куда? Подожди, думаю, подожди, давай я... Или чё, или как? Ну, у меня просто ураган уже на топсе, поэтому... Я, блядь, взял, блядь, я, блядь, тут... Я... А, там ликвидатор... Так, тут летит... Так, я ещё и Тоху вызвал налево.
кажется, отбил. Евро будет мало. Ты уже залил, что ли? Угу. Ладно, я лью следующий в лес. Ага, ты бас или клер? Бля, и где еще ураган? Сука, 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 ура. Не-не-не. Чё-то я только сливаюсь. Так, слева прям две пантеры и газела. Да, я там ПВО там есть, тогда я купил еще Тоху, он там мчится. Рафаль в воздух. Вот. Не успел по бас. И Тоха давай, приз, наверное. Ты чё, чекаем? Да. Стека, я думаю, подстрелил. Блядь, почему затыкал? Блядь, не уделяется. Шемку вызвал. Давай. А, так, арта. Арта, куда арта, я не знаю. ОМ. Д, ПУМ. Угасили. Сейчас я могу меркаву подцепить, если успею. Блять, не успею, походу. Ну прыгай ты, Василий. Василий, блять! О, Василий! Давай! О, все, отлично. Отпрыгивай назад, назад, назад. Ну, давай, а вот это распорю. Я вызвал позади. Ага, еще одна Василий едет. А, нет, это пехот. Блять, ты что, человек меня пустили? Охуеть! Больно-то как. Мне пока нонов заряд. Чем кто вызывал? Да, вызвал. Да. Бля. 20 человек на меня обнулило, это маразота. Да. Давай тогда забью пока. Мы же там высаживали пиктуру. Забью ураганом. Гори, сади. Тоху, наверное, надо. Давай Тоху ближе как. Страшно, ну давай. Ну я понимаю, левее бери немного. Я ну назри, давай отдымлю ее. Вы сиешку вызвали себе на бой? Не, сейчас мне якоря обнулят. А, нет, это не обнули. Нахуй пошли. Понял. Опять арта, не знаю, готов. Угу, зашли там уроды. Кошмар приехал. Ты бомби. Так, все, Тоху тогда уводи, бля, кур там. Уводи левее, левее, бери, Тохай. Справа кто сидит. Может стрелять он не будет, отлично. Зашибись. Чё тут? О, карпика, неплохо. Так, вертораж возвращается.
Ага. Ну, в общем, Газель Гандон. КРКК на Елене почти поаккуратнее. Ну, тебя марно. Не нормально. А, убью. Струн. Это была КТХ, чтобы интересно. Три мара. На один мар. Бля. Бля. О, значит, шлипход нашел, Чарльз. Дрон летит. Да, да, за свой. Кого тут у нас вообще нет? Нормально. За две факты микс. Слева опять перебегают МХ, эти не МХ. Могла на них. Могла она. Не? А это были могла она. Ой, что-то я раненько якорем убежал. Слушай, там походу нихуя нет. Можно вызывать бирты. Если бы мы, может, Фёдор, я не знаю, что делать, надо что-то делать. Но я хочу... У нас как бы с бастардом тут вот, вот фланг и вот дырка. Вот фланг, вот дыра. Одной. Что фланг, что дыра. Вот смерч там... Васа, имба! В кошмаде это стоит. Да, 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 да. Я видел, сейчас... Ну, когда смерч перезарядить. А, все еще сидит дронная разведка. Ну, ладно. Бля. Так, да, бля, серьезно нашел, вот что. Если нам надо что-то делать, даже против 91 все равно играли. Федор брать там что? Не, а два у нас играют. Ретайрберг и Баттерфури. Баттерфьюри. А, да ладно. Бля, я не за микроистребитель. Рафаль возле. Ну а чё он за моими этими прилетел. КТХ, у него больше цели здесь нет. А, сливай, 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 надо что-то думать. Так, пусть пойдет. Да. Давай налево я. Тура. Вот я сливаюсь. Вот я сливаюсь. На фланг. У меня еще вообще пользы в этой игре не было. Слил фланг. Я просто все слил, всех юнитов, весь фланг. Нет, 60 ранка и корей, ну как-то их куда-то пристроить. Вот я об этом думаю, может, слышишь, на Федор перенести атаку. Давай на Федор. Не поддержу тебя третьим ББХами. На Федоре тут сейчас не приедут. Давайте, спасайте нас, мы сейчас набину. Вот-вот, я об этом же. Пусть там такой Смоктоновский будет нахуй. Иннокентий, Иннокентий, у нас тут дырка. У меня второй ВКД, поэтому да, сейчас тут образовал. Да, слышь, переводи и удар на Федор. На Федор, я понял, хорошо. Я тебе боль там уже зарядил. Что у нас нейтрального? Хрена у нас там войск. Или ты пытаешься стыд задать не дай. Словакию захватить назад. А на базу арта. Ну. Твоим ураганом. Не.
О, даже настолько все плохо. Да, надо шутить. Ну, отпусти. Да, у меня спама нету. Нового. Так, а что у нас с КШМ-кой? Я типа двинул ее. А, я вот сидел. Ну, все, есть, ладно. Даже две. Скорее же ты так это, не это. Эх, я что с ним делать? Сани с твоей. Слева баба бежает вот тут. Я, у меня 300 поинтов, ё. Ар-2. Кассеты, бастард, кассеты. И пипи-струнить за пипи-струнить. Так, спам приехал, отправляй его на Фёдор. Ну, я уже отправил. Старт модерна, атакуй модерн. Атакуй модерн, ай. Потихоньку. Конечно, катаешься портом. Оу. Да ты что? Давай. Говно. Нас летит на куда-то. Чё-то это уже совсем наглость. Спезен? Сюда не совесть. Эх, яки. И струн вылет. И Рафаль.
Мел. Т-80. Так, ураганы, по идее, должны быть уже готовы. Город захуячивает, который мы сейчас пытаемся отбить. Давай, я постоянно чудо. Заливаю мигом напалмом вот это вот, это вот, всё. Подкрепление, не то, понял, что я сидел. Ещё нам нужны сивишки. Я как же он криво он забил? Угу. Ну, все равно да, не плюс. Ну, надо в себя, кто ты пойдешь. Ну, надо еще один такой проводить. Нет. А вот пантера это плохо. Думаю, пантера это кошмар. Наш троп есть. Не переживай. КФ 16. Вот сбиваю эту хуйню и можно будет ехать. Да, легион. Бля. Дым не вижу. Блядь, там так все было. Блядь, пантера, да. Тиродарник вылетел. Но я не отрубаю, я не отрубаю. Мы поняли. Там легион, ты ебать вашу мать. Я в тебя верю, я в тебя верю. Он сам себя не верит, поэтому... Что летит такой город? По моим транслиторям. С базы. Ураган. Бля, по букам, по букам. О. Не понимаешь, не... Чем по Иван кричал, друг? Писписан первый. Бля, не, у них слишком дохуя там, я... Сливаю задние кварталы вот эти. Что ранее комиссии садить, я дальше тут. Тут нас будет. О, крутился. Там ли первый?
Ага, зайдите вам этот леопард. Сейчас, блядь, почти достал. Там два леклерка. Все, ебашь, леопард. Ой, 20 легионов, мама дорогая. Да, до хера. Дайте на еще быть, может, кошмар там. Блять, кошмар уехал. Ладно, вызвал дешку. На базу рта, на парк. Направо, налево? Налево. Налево. Блядь, не тот самолет не туда отправил, вот говно. Ой, мне прям по раху попали больно. Ладно, все равно же. Там Женя не... Так, ну что, я готов отправить еще один паровоз. Ну ты и машинист. Нахуй делать. У нас, кстати, там нет плюс. У нас плюс 2, откуда мы взяли плюс 2? Ну потому что они CV-шки пёхают, и бастард тут долбит его с саном. Ну на Фёдора и на Иване. Ага, слева топят хайбунги. А куда они там, что они там получилось? А у меня как эхо есть? Хуй знает. Ты их спроси. Что ты за человек? Не успею добирать, а уже. Давай, я переведу налево буху. Подожди, она нет. Подожди, там что-то нормально. Да, подожди, два подожди. А, точнее, один приспизан, второй. Так, я так думаю, что Федора долбиться мы дальше не будем, это бесперспективно. Лучше включиться на. Хуй знает, просить, что мне этой карте делать, отбить. О, ебать! Все попало. Ну, короче, третьих приехал. Тяжело. Тяжелые установки ПВО приехали. Долго плюс зависеть не будет, надо забирать йод. Ну хотя бы на нейтралку. Давайте заберем, сейчас туда приведу. Приведу. Собираешься забрать, это Иван. Ну на нейтралку, просто на нейтралку. Ну давайте поставим кошельку в дым. Найс план, да? Да гениально! Давай так, чтобы поставить кошемку в дым, нам нужна еще точка, с которой мы поставим кошемку в дым. А тут еще проблема в том, что сейчас, скорее всего, сдохнет эта кошемка, там один хп остался. Сейчас я попробую ее починить. А, вы на этом, на Федоре? Поблить кошмар. Давай ее ближе поставим. Пускай охренеть. На Федоре с одним хп кошмар. Бля, ни хрена, он еще ремонтируется живо. О, от козовники, спасибо. Иисусе. Всегда мечтал, что сработало козовки. Вот честно, это я не знаю. Так, стоп, а вы куда побежали? Курнас, щит который. Андер. Радар. Уже бомбит танк на полную. Да, обожаю. Налево. Как я обожаю запах супца по утрам, да? Да, правда. Не, так обидно умер для Астера. Так обидно. Пума, пума. Скажи нам кошму. Без пезлов ну, еще один. Бастард, соедини их, давай, ты сможешь. А, все поздно. Слишком поздно соединить. Не заметил пуму. Сява, да, сява. Сява топ. Давайте возьмем еще. Подъехал. Можно сейчас выцепить, там будет танчик какой-нибудь один другой. Уже меньше хп левого. Да он их соединит, скорее всего. Типа, микрожник, картежник. Ты поехал. Хуя прилетела. В ответ. Три хп осталось у него. Блять, чапараль. Одно. Один хп.
Ну я, конечно, отказ оптики, но да, не отказ оптики. Давайте паровоз направо, блядь. Чё мы раз? Лохи, что ли? А что, не? Где ПВО, Стар? Где? А, если ПВО, так два, Стар, да? А если вертораж, то к тебе. Я пока... Все правильно. Блядь, два тут танка, нахуй. Стоят дроны. Андава стоит. Антирадарик налево. Так, CV-шку я хорошо куплю, хрен бы с вами. Она у меня, кстати, на вертолете. Два. Еще один, давай. Слева. Ага, и кошмар будет пехотная ставится на Борис. Слышите, в дымы. На краешку. Ну там какой-то танчик, по-моему, забрали только что. Их HC. HC, да, один из трех. Нас второй. Пушат слева, кстати, да? Я знаю. Там кошмар будет ставиться на Борис. Я могу артануть, у меня Андава, долблю. О, слышно, давай, это хорошо. Давай, арти не в дым, а туда на краешек хоть. Да. А вы задефаете? Да. Точно? Да! Сказал я. А сейчас точно? Все сейчас. Еще точно? А уже дефал? Все еще дефали? Ранний калей, да, пизда. Блядь, это пизда. Да. Так все равно. Она начала движение. Кошмар противника начала движение. На тот свет. Наверное. Ну я тут закинул так нормально. Можно умереть. Слева аж 1Т летит. Вертораж, короче. Вижу 5 своих вертолетов. До вертовысадка. Вижу один вертолет противника. Вертораж! Верта 2! Кошмар, пехотная, да, не пехотная машинка. Да, уже, мы этим занимаемся. Вроде там из-за дыма я не смогу точить на лупень. Не, нормально, куда она встала. Чё, я еду, короче, в дома на Иване. На Иване? А где это? Это. Нет? Или нет? Или не едет? Нет, там птуры, 4 штуки. А куда вложить? На йод? Давай на йод. На йод, да. Там бастар. А, это не бастар. Ян перешел в наступление. Кобра с птуромом. Да кобра с птуромом не все равно. Слева. А, там он, я больше переживаю за птуры, которые в доме. Ну-ка, если мы попытаемся пробежать. Сейчас кашем. Я убью сейчас кашемку. Будет очень обидно. Я гарантирую. Ставь! Куда? Выгружай и ставь. Подожди. Тяжелый бой. Так, угоник на Борис умерл. Поживать. Несите торрент. О, это похороны для твердых. Это похороны, выйти. Следовало предполагать, там за дефом. Просто так в дома не пробежишь. Я там долблю в этот ссаный дым. А, нет, там какой-то другой кошмар стоит, так катается. ПВО минус. А, это у вас кошмар умерло. Везу. Не проблема. Сейчас вызову ног. Да, я вот до сих пор живая, охуеть можно. Это... Ну якори, что ж вы такие мажущие-то, боже ты мой. Симарды. Пиздец, ты что, попасть не можешь? Вы сесуали, ты чё, опух? Чё это? Бастард, перейди вот этими вот левыми выступлениями.
Подожди, пока. Так, слева все нормально, играю теперь справа. КШМ-ку вызываю, не хуй знает, не знаю. Я... Поинты все капают и капают и капают. КШМ-ка едет. У них. Да, я вижу. Обычно. Да я туда уже рчу. И я. Красиво, наверное, КШМ-ка, да. О, нихуя тебе, елки. Давайте справа, плыть внизу. Слушай, а мы им справа наваляли. ГГ. Да, справа красиво. А старт ультанул. Всю игру как-то вообще нет. Ну, такая неоднозначная эта карта. Все так красиво. Не... Давай, давай, давай. Тебя, бля, не дал. Ливануло. Ну, бастард-то ультанул. Ну, да. Я вообще только артил и все. Ух, я прям кайфанул. Прям весело, весело. У меня Соколь у вас на фланге, Магланов на Анафилде. Mm-hmm. По пути еще Пахтайгер сожрал. Нем-нем-нем. О, зато смерч убил. Леклерк, две КШМ-ки. Где-то не тот, а где-то Магланы были. Ну, все виноват, парень. Да, как всегда. Героические раненько якори отстояли левый город. Угу. Ну круто, круто. Да, убила три кошмы. Да, здесь ствольная очень хорошо заходит. Можно убрать ураганы и взять мсту. Ну, две мсты. Ну, мсты кривые. Да, но это лучше, чем ураган на этой карте. Дюмхо. Так что не кривые, это правда. Зато, блядь, бронированные.